У меня бывали футболисты, которые даже за продолжительное время не могли понять, как им играть и чего именно я от них хочу. Конечно, буду стараться как можно быстрее узнать ребят. Мы в своей работе отталкиваемся от того, что команда довольно долгое время отдыхала. По некоторым футболистам было видно, что они не находятся в соответствующей форме, но для старта предсезонки это вполне нормально. Именно поэтому на первых тренировках мы заставили ребят больше двигаться. В целом, первый сбор был нацелен на то, чтобы привести игроков в нужный тонус и заложить фундамент физической подготовки. Параллельно мы начали тактическую подготовку и в том числе сыграли 3 товарищеских матча. Последний, против Цервены Звезды, был очень тяжелым, потому что в этот момент весь состав находился под очень серьезными физическими нагрузками. В каждом клубе есть футболисты, на которых я могу рассчитывать. Например, в Польше со мной работал Камил Вацак, который до этого 4 года играл в Италии. Поэтому прежде чем решать вопрос об усилении той или иной позиции, мне необходимо хорошо узнать игроков. На первый сбор вместе с нами поехало много талантливых брестских ребят. Для молодежи это очень важный момент. Они участвовали в тренировочном процессе наравне со старшими. Надеюсь, что научились чему-то новому и выросли профессионально. Вообще-то я с удовольствием работаю с молодыми игроками, и для меня нет никакой проблемы в том, чтобы поставить юного футболиста в основу, но только в том случае, если он действительно сильнее старшего партнера. Важно понимать, что болельщики хотят побед, поэтому результат все-таки является главным критерием при выборе состава и тактики на игру. Именно от этого мы и будем отталкиваться. В команде есть переводчики, да и у меня есть личный переводчик, но тем не менее я буду стараться как можно быстрее выучить русский язык, хотя бы до того уровня, который позволит общаться с игроками напрямую и выяснять все, что необходимо, без посредников. В моих предыдущих командах было множество легионеров, некоторые из них не понимали язык, на котором говорил я, но когда они выходили на поле, они четко знали, что должны делать.